купались. Водичка такая тепленькая сегодня. Ага, где вы, девочки? Девчонки, я здесь. А Джессика не со мной. Она где-то по базе ходит. Ой, ладно, мы сегодня так круто покупались. Водичка просто супер! Ага, а ты чего к нам не присоединилась? Да так, просто не захотелось купаться. И вообще, девчонки, сегодня я ночью не выспалась и хочу лечь пораньше, спадки очень хочется. Ну ладно, я как раз тоже сегодня не выспалась. Ну, тогда и мы с тобой пойдем спать. Девочки, фу! Кто это у нас тут напукал? Соня, кто унюхал, тот набздюхал. Хотя в самом деле, кто у нас здесь сдох? Фу! Девочки, и вправду, кто это сделал? Как вам не стыдно? Мы приехали на море воздухом свежим дышать, а не вашими пуками. Я сейчас приду. Ты куда? За марлевой повязкой. Там дышать мне нечем. И мне возьми! И мне! Как тебе не стыдно было пукать? Это не я, это ты пукнула! У кого вчера весь вечер живот бурчал? Он всегда у меня бурчит, но я не пукала! Так, это мне, это Соне, это Лере. Теперь можно спать. Да, Соня? А чё сразу я? Я только унюхала, а не пукала. И вообще, кто любит есть горох и мороженое? Да, я люблю горох и мороженое. Но вчера было только мороженое, поэтому я съела 5 порций, а гороха не было. Да, Лера? А чё сразу Лера? Я вот вообще горох не люблю. Я люблю морепродукты. Например, креветку. И молоко люблю. О, я же говорю, креветки и молоко. Вот ты всю ночь и пукала. Прекращай, Лера, мне уже дышать нечем. Умная сидит. А может быть, это ты пукаешь? Кстати, я вчера видела, что кто-то там малосольные огурчики с йогуртом ел. Может, это тебя пучит? Кстати, да. Я заметила, что с каждым днем малосольных огурчиков становится все меньше и меньше. Поэтому это тебя пучит. Прекращай. А то мне уже страшно под тобой спать. Боюсь заснуть и не проснуться. Да идите вы в баню. У меня с моим желудком все нормально. Он меня никогда не подводил. Все, короче, давайте спать. Я согласна. Это невыносимо. Еще больше стало вонять. Соня, прекращай уже портить воздух, которого и так уже нет. Хватит. Да это не я, это Лера. Я прям чувствую, как оттуда воняет. Откуда воняет? От тебя. Скажи, что это ты портишь воздух. Да это от тебя воняет. Я себе такого позволить не могу. Я правильно воспитана. И вообще, в воздухе воняет твоими огурцами и йогуртом. Да, Даша, вот подтверди. Это от тебя воняет. Да не от меня это воняет, не от меня. И не огурцами, а твоими креветками с молоком. Да, да, Лера, да. Даша, подтверди. Так, стоп. Я знаю, что делать. Вызываем МЧС. Алло, здравствуйте.
У нас чрезвычайная ситуация. Приезжайте поскорее, нам нечем дышать. В комнате несколько человек. Марлевые повязки не помогают. Пытаемся заснуть, не получается. Приезжайте поскорее. Что? У вас загруженность? У вас не получается приехать? Ну ладно. Ну что, почему они не могут приехать? На всех остальных базах точно такая же ситуация. Все объелись йогурта, креветок, огурцов, молока. И МЧС просто не в состоянии со всем этим справиться. Соня, прекращай, мне воняет. Я не могу заснуть из-за тебя. Да не я, это не я. Я четко слышу, что воняет креветками, а не огурцами. А мне огурцами. Это невозможно. Я сейчас приду. Ты куда? Как же здесь воняет! Девочки, прекращайте! Соня! Пс. Что? Что ты хочешь? А это, может, это Даша пердит? Ну, я нет. И ты вроде как нет. Ты же нет? Конечно, нет. Даша, нам с Лерой кажется, что воздух нам портишь ты. Ты тоже любишь креветочки и огурчики. Поэтому давай, признавайся. Да не я это, Соня, не я. И вообще, ты помнишь, что сказала Лера? Кто унюхал, тот и набздюхал. Поэтому хватит расслабляться. Самое главное, чтобы сейчас соседи не унюхали нашу газовую атаку и не пришли ругаться. А то как неудобно будет. О-оу, поздно. Кажется, унюхали, уже пришли. Девчонки, а давайте не будем открывать. Как будто мы ушли на море и дома никого не осталось. Даша, ты чего? По всему периметру камеры стоят. Они по-любому видели то, что мы в номере и никуда не уходили. Поэтому этот номер точно не пройдет. А вдруг это не соседи, а Джессика вернулась раньше времени? Надо открывать. Девочки, это я, Джессика, открывайте. О-оу, и вправду Джессика. Даша, надо открывать. Девочки, а что у вас случилось? Почему вы в повязках? И почему так воняет? У вас что, кто-то сдох? Джессика, понимаешь? Тут такое дело. Соня унюхала, что кто-то напукал, а сама не хочет в этом признаваться. Что? Это не я была. Это ты была. Нет. Кто вчера малосольные огурчики с йогуртом попивал? А кто вчера креветочки с молочком пил и горох с мороженым ел? Я вчера только мороженое ела, говорила, что горох... Нет, это но не это я. Но это не я пердела. Не я. И не я тоже, девочки. Это точно не я. А помнишь, что говорила Лера? Кто унюхал? Да, Соня, тот и набздюхал. Да хватит! Хватит вам, девочки! Может быть, у вас мусорка не вынесена? Или носки где-то валяются вонючие, грязные? Или в холодильнике что-то завонялось? Вы там не забыли посмотреть, а? Да, ой, нет, мы забыли. Сонь, а ты давно мусор выносила? Ну, вчера вечером. Лер, а ты в холодильнике давно проверяла? Ну, недавно, но там ничего не могло завоняться. Хотя лучше проверить. Ой, все! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, девчули, извините, это мой крем для пяток на козьих какашках, он просроченный, я просто забыла его выбросить, фу!
Слава всем святым, что это оказался только крем, и никто не узнал правду.